думаете, что такое жизнь? Это когда человек когда-то он своего ребенка рождает, и когда он вырос, у него начинается своя мечта. Когда рядом мама и папа. И ты живешь в своем доме. Это когда нет войны. Жизнь – это когда человек живет. Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Нет, нет. Жизнь – это когда ты счастлив. Это семья. Жизнь – это мир на земле. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить, но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? А как вы понимаете, как нужно жить? Жить надо знать, жить дружно, жить надо дружно. Надо всегда помогать друг другу и уважать. Жить надо в мире. В мире каждого. Жить надо в мире. Жить! 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 Жить – это когда твое сердце стучится, и когда твой ребенок радуется, мама тоже радуется. Вместе мечтать, вместе любить, и каждым миром своим дорожить. Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди, надеяться и верить, прошлый день уже не вернуть, в этом будущей жизни суть. Жизнь – это вдох, жизнь – это дар, это счастье. Это дружба. Жизнь – это подарок природы. Нашим детям здесь еще жить. Жить, жить, жить. Жизнь – это самое дорогое. Жить. А жизнь – это радостные моменты. Ты можешь подружиться. И... когда у тебя есть семья, когда у тебя есть друзья. Это когда веселье и радость. Искусство мира. Жить, 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 жить.
учиться